Всем привет, нахожусь на даче. За моей спиной большой дикий лесной, мы не стали его удалять пока с участка, инжир. И он сейчас цветет. При этом цветы опадают. У многих возникнет вопрос, мы никогда не видели, как цветет инжир. Ты видел, как цветет инжир? Ну, лучик видел, но не знаю, что это такое. А он на самом деле уже отцвел, и цветы опали на землю. Итак, вот инжир. Большой. Да, а вон его цветы. Они очень похожи на плоды. На самом деле это разросшиеся соцветия. И вот они у нас опали на землю. Ну, не спит. Вот эти? Да. Вот это цветы инжира. Они точно уже сдохли. Они уже опали, да. Вот у нас сколько цветков инжира. Открываем. А вот внутри уже увядшие цветы. Опыляет их. Да, продолжим. Вот. Вот так у нас выглядят цветы инжира. Не все местные знают, а отдыхающие тем более ошибаются, принимают эти плоды. Они мясистые, только они очень легкие. Принимают их за спелые плоды фиги инжира. Вот цветочки. Видно? О, свежий упал. Вот он. Только что отломился. Покажи его открытым. Давай откроем. Давай откроем. Вот через это маленькое отверстие, закрытое чешуйками, оса проникает внутрь цветка, и там происходит оплодотворение и опыление. Вот он цветочек. Вот он завядший уже. Они несъедобные, невкусные. Варенье из них не сваришь, они такие скользкие. Вот еще один. И последний. Сам инжир поспеет у нас только в сентябре, после первого настоящего осеннего ливня, который, в принципе, у нас в Сочи знаменует переход от лета к длинной осени. Вот он, инжир. Иди сюда лучше. Вот. Покажи. Это не ягода, это цветок. О, еще один упал. Слушай, прям сезон. Видно? Ага. Ну все. Даже хорошо видно. Ставлю. У нас прям дерево большое. И очень мягкие. Ого. Мягкие, много их. Я думала, они чуть-чуть подгорже. Плодов на нем не будет. О, хорошо. Как они классно я выглядят. Хочу открыть один. Я не открывала сейчас сам. Вау! Круто! Да? Они уже не тупые. Но они мягкие слишком. Они вода как будто внутри была. Вон их сколько у нас валяется. Ого, я вижу, я вернулся. Ну да ладно, кого это волнует, не нас. Что они не нас. Будем ждать осени для того, чтобы полакомиться инжиром. Ай-яй-яй, я уколился. Но на этом дереве его не будет. Я уколился. Всем пока. До осеннего инжира. Мы если мы будем готовить варенье. Ну, очень вкусное. Видео будет выкладывать, но осенью тоже. Осенью всем будем пока. Выкладывать да, видео. Все, пока. Все, пока. Да, пошли. Всем привет.